Сегодня мы здесь для того, чтобы это никогда не повторилось. Для того, чтобы память передать самым юным гражданам нашей страны. Чтобы заявить всему миру, что помним и не допустим страшной войны больше никогда. Сегодня мы здесь, чтобы выразить единство. Я сегодня хотел бы поблагодарить всех волонтеров, всех, кто пришел на площадь, всех, кто принял участие в этой святой акции, всех, кто передаст эту память следующим поколениям. Мы вместе, а значит, мы не допустим повторения столь трагических событий, я в этом уверен.